Приветствую, дорогие друзья! Всем здравия и добра! Сегодня расскажу, как я отменил масочный режим одним должностным лицом, называющим себя судьёю. Составил вот такой вексель, сходил в сберкассу и оплатил выкуп права для народа обслуживаться без масок, без QR-кодов. Данную идею взял с одного из роликов Игоря, который он любезно разрешил пользоваться. Кстати, сразу напомню, что беру ответственность только за свои действия, что я сделал все правильно, гарантировать не могу. Пользуясь данной видеоинструкцией, вы только с уровня своего понимания можете совершать такие же действия. А то, что получилось у меня, вы можете увидеть, просмотрев ролик до конца. Итак, взял вот такой чек, где в назначении платежа указал выкуп права и отправил в суд для акцепта. Здравствуйте. Кто у вас судья-то? Ершова. Сейчас в 11 часов. Успеет она получить? Не знаю. А как знать? А еще мне это, насчет вчерашних номера можете продиктовать? Подождите, я зарегистрируйте сначала. Угу. У меня-то их уже нет, они получены на участках. Уже у судьи получены? Это у вас отображается, да? Почему? Я знаю, что уже почту получили вчерашнюю. А-а-а. У меня уже нет ваших документов. Там на участке спросите, у них есть вот все оригиналы, эти документы ваши, зарегистрированные с номерами. Если вы сейчас все равно туда пойдете. Так они не общаются со мной. Вот я их хотел спросить, как узнать. Уточнить, ушли, не ушли, пришли, не пришли. Кто? Бумаги сегодняшние туда. Все получено уже. Получено, да? Благодарствую. Живой мужчина, человек собственным именем Денис.
Напомню, что на прошлых судах эта же так называемая судья просто была зациклена на том, чтобы все были в масках. Вот как это было раньше. Как вы установили, что я Денис Владимирович? Денис Владимирович, маску, пожалуйста, наденьте. Гласит сотрудников полиции. Оказывайтесь необходимости. Одевайте, пожалуйста. Сами без маски сидите. После же получения векселя, это же самое должностное лицо диаметрально поменяло свои отношения к так называемым маскам, а также поняла, по крайней мере, я на это надеюсь, что ей нельзя, в принципе, даже просить кого-то об этом. В одном из последующих роликов расскажу, как эта так называемая судья признавала правосубъектность человека. Оставляйте свое мнение под видео. Всем пока, до встречи!